С вами Юлия Галямина, и сегодня я хочу поговорить с вами про президентские выборы. Они планируются в марте, но определиться с тем, как нам, людям, которые хотят лучшего для России, вести себя на этих выборах, надо уже сейчас. Мы можем создать общий план, который будет учитывать позицию разных людей. С одной стороны, он должен быть эффективным, а с другой – максимально широким. Каждый, кто хочет изменить ситуацию в стране, должен найти себе там место. Чтобы максимальное количество людей пришло на участки и проголосовало против продления власти нынешнего правителя за лучшее будущее.